Привет, друзья! С вами Global Positive. Сегодня замечательный день. Суббота, 30 июня. Мы с партнерами достаточно долго готовились к этому дню. И я уверен в то, что сегодня все у нас пройдет успешно и замечательно. Сегодня у нас два события. Ну, по крайней мере, в моей жизни точно два события таких крупных. Событие первое. Мы проводим корпоративный тренинг для компании AT Consulting в Серебряном Бору. Это здорово, ребята, проводите тренинги на пляже, потому что этот тренинг будет на пляже. Это мега круто. Второй момент. Вечером после тренинга я буду выступать на Дне в молодежи в Митино. И вместе со мной там будут зажигать около 2500 человек. Это мега событие для меня, в том числе и для всех, кто там будет, потому что в конце, когда стемнеет, мы будем в небо запускать в парке красивые-красивые фонарики со свечками китайские, очень здоровские небесные фонарики. Вот, я все это засниму обязательно, и частички тренинга будут засняты, мое выступление точно, и фонарики засниму, и мое выступление на Дне молодежи со сцены засниму. Так что следите за новостями в YouTube. Я уверен, что это будет интересно. И, ну, кто еще может, кто еще не уехал из Москвы, ребята, приезжайте в Митино вечером. Приезжайте сегодня в Серебряный Бор. Там очень здорово, можно покататься на катере, на лодке с веслами. Можно поплавать просто, потому что там можно плавать. Там пляж, где можно плавать. Там чистый пляж, чистое дно. Что еще можно сделать? Поиграть в волейбол, пляжный волейбол, в теннис настольный, в теннис поиграть большой. Ну, в общем, все, что летом обычно делают. Вот Серебряный Бор, то место, где вы, не выезжая из города Москвы, не выезжая за МКАД, можете все это поделать. И мы еще летом будем делать достаточно много корпоративов с этой площадкой. Ребята хорошие, там замечательный ресторан «Поместье», тоже рекомендуем, кухня супер, официанты отличные, ну и директор классный, что тоже немаловажно, ребята. В общем, все, с вами Global Positive, увидимся на тренингах, пока! Видите, какое небо, да? Видите, какая погода? В общем, не сидите дома летом, идите на улицу, пока!